принципе, храм сегодня весь освященный сегодня собор, собравшийся из первопрестольной града Москвы, прославить Пресвятую Богородицу, учтимую в ее иконе Тихвинской. Вас от лица Его Святейшества, Святейший Патриарх Московский, Христиан Руси Кирилла, поздравляем с престольным праздником, особым днем и для нашего всего первопрестольного града Москвы, потому что праздник Тихвинской иконы здесь, в Алексеевском, уже с древности очень почитаем праздник, любимый москвичами. Особенно, наверное, стал еще более заметным этот праздник в годы гонений на Церковь Христову и болезни, которые претерпели многие и сегодня присутствующие в храме, молящиеся, служившие с нами, помнят это время. Вот Матерь Божия всемирно укрепляла чад своих, чтобы они стояли в вере, стояли не только терпя, но и не теряя чувства уверенности в Боге, радости духовной о спасении нашем и непоколебимой надежды на то, что Господь все устроит во благое. И будет торжество Церкви, торжество православия, торжество людей, любящих Бога и желающих венцом своей жизни иметь жизнь с Богом. И этого Господь по молитвам Божией Матери достаивает. Удостоил уже многих здесь, вокруг этого храма успокоившихся людей, и ждет и нас, дорогие братья и сестры, свои объятия принять по молитвам Великой Заступницы рода нашего. Всех вас приветствуем сердечно и поздравляем особо тех, которые сегодня причастили Святых Христовых Тайн. Мы с вами действительно исполнились великой благодати именно прежде всего от соборной нашей молитвы, от того, что мы вместе явили нашу общую любовь к Божьей Матери, ту, которая, может быть, превосходит все остальное земное наше устремление, все наши земные пристрастия какие-то, то, что кому нравится, хочется, желается. Прежде всего, наше желание, конечно, причастить Божьей Матери, припасть к нашей общей Матери, молясь, веруя, чувствуя ее любовь к нам и действительно ощущая постоянную, неотступную молитвенную помощь и заступление. Праздник.